Ну, раскачай. Только держись крепко, ладно? Я сейчас так крепко держусь. Молодец. После того, как мальчика качали две девочки, они его хоть сложненько как-то раскачать, но он улетел. Ну вот ты так не сделай только. Будь осторожна. Держись очень крепко. Хорошо. Осторожно, зайка. Что, прыгай, пошли, погуляем. Молодец. Я хочу что-нибудь покушать. Пришли домой? Не хочу домой. Магазин закрыли. Пойдем сюда. Ну-ка, повернись к моему мосику сюда. Голубоглазка ты наша. Загорелой мордашкой. Я бегаю там. И вот и собаки. Ой, зайка, зайка. Пойдем, 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 пойдем. Сейчас как упадешь, вон там, видишь, ям. Ям-ям. Угу. Где там бегаешь? Здесь бегаешь? Ну, давай. Молодец, огурец. Очень-ка. Что? А еще могу вокруг школы. Вокруг школы? Ну, я знаю, с мамой натренировались. Я только вокруг школы каталась. Хоть там и неровная. Да. Зато я не падала ни разу. Поездила вокруг школы. Угу.
вот мы каждый вечер вот в такую погоду гуляли. И было очень здорово. Чего они тебе текут? А? Это потому что ты кушать что ли хочешь? Пойдем в магазин вот тут. Только деньги у тебя будут. Сама будешь покупать. У меня тогда не хватит. А что ты губу так раскатала? На что ты так губу раскатала? Что ты такое дорогое захотел купить? М? Ты как чебурахнешься, попы идти. Шишка. Да, будьте такая шка, вернее шишка на попе. Красиво. Такой вечер классный. Только небо сизое, а так красиво. Бегу, 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 бегу. Ну ты кот даешь. Ты с нами решил погулять? Мяу, мяу. Да, он походу точно с нами решил погулять. Иди учись в школе, двоечник. Он прогуливает школу. Ага, кошачью. Не, точно прогульщик. Ой, например, кто-нибудь живет в этом доме, там на площадке гуляет, и он забывает, к нам ему нужно, он забывает смотреть по сторонам, если он опаздывает, и убежит. Да, вот как этот кот. Этот кот тоже никуда не смотрит, ни по каким сторонам. Бежит, да и все. А сейчас смотрим. Ну и что будешь делать? Прячешься? Ладно, не будем мешать ему прятаться, а то собака его заметит. Придется ему лезть куда-нибудь далеко-далеко. На высокую, на самую высокую ветку. Пошли. Кот вернулся. Охрана. Это наша охрана. Но если столько собак, он убежит. Да, он, похоже, боевой кот. Ничего не боится. Он тут местный. Он тут главный. Он пойдем на ту площадку? Не, туда не пойдем. Мы сейчас уже сворачиваем там мимо школы. Кисик с нами идет. Пусик, пусик. Пусуша. Не, не пугай его так, а то как чесанет под машину. Да, малыш? Может, он наоборот думает, что это мы его охраняем? От собак. Он идет рядом. Вот. Мальца. Надо мыться. Пусть усик отстал. Пусть уся. Смотри под ноги, то
Куркнешься, будьте пусюся потом. Пусюся. Я через это. Я иду назад. Песок меняет же в садик каждый год. Мне понравилось. Все, пошли. Харе баловаться. Поскакали на одной ножке, как волк-ёшка. Да, поскакали. Ой, блин, убьюсь. Угу. Цветочки беленькие какие-то красивые. Я хочу посидеть. Посидеть? Вон, сидушки седай. А я кругом пойду. Что, я буду по газонам бегать? Большая? Она желтая. Угу. А желтая она потому что дым. Ты из-за дыма все желтое. Да, не обидит. Она старая толстая собачка. Наверное, старая. Она меня понюхала. Ну. Сейчас согрела, тогда была злой. Она, может, здоровалась. Некоторые собачки так здороваются. С кем? С людьми. Они всех, кого встречают, они здороваются, они так лают. Они каждый раз начинают здороваться. Гав-гав, говорят. Гав-гав. Они просто вежливые. Ты думаешь, что они злые? Они вежливые. Ты насиделась или не насиделась? Я? Сейчас попой все вытрешь. Потом у тебя попа будет оранжевого цвета. Ты все равно никто не сидит. Да. Кстати, на бетоне не сидят. Бетон холодный. Деревяшку садись. От бетона потом почки замерзнут. Ну это нет, чтобы нормально сесть, как все люди. Чего? Слишком много слюней. У меня во рту. Пошли домой, тебе кушать пора. Тебе явно пора кушать. Да, малыш? Да, малыш? Да. А какое слово из загадки? Какое слово можно прочитать вверх ногами? Не вверх ногами, и задом наперед. Или не задом наперед. Не знаю. Ой, я задом наперед иду.
Ой. Ну, бей еще, зайка. И штаны не потеряй. Для разнообразия. Классно, фонарики горят. Фонарики, фонарики. Там закат розовый. Розовый закат в хорошей погоде. Что делать? Что тебе надо? Что делать? Не знаю, что тебе делать. Что делать? Нечего тебе делать. Пойдем фотографироваться. Пойдем к той штуке фотографироваться. Я хочу на памятник. На памятнике. Вот здесь сюда, вот здесь вот классная фотография получится. И луну будет видно. Вот где бордюр, вставай, я тебя сфотографирую. А, молодец. Ну иди залазь, что теперь? Что теперь с тобой делать, малышня моя? Цветочков не густо. Сейчас подойду. Там спускайся. Ты даже маленькая умела спрыгивать оттуда. А сейчас разучилась? Как бабушка скрипишь. Баба Алиса. Зайка, не убегай далеко. Не убегай, зайка, далеко. Хорошо. Это уже темно, страшновато как-то. Что ты далеко убегаешь, не убегай от меня. Оль, а я хочу поснимать. Как я это, как я на танке, и что мне видно. Угу. Я тебе на танк не дам. Ты его там разобьешь. Что, будешь фототься?
на ту пушку. Не, на ту мы уже прошли, все. Мы уже туда не пойдем. Ты как маленькая лялечка, поиграла с пушкой. Азык. Уже, по-моему, выросла из этой замечательной игры в пушку. Что там? Мусорка, наверное. По-любому мусорка.